Салика Продакшн Студио. Значит, ты в первом классе учишься, да? Да. Так. А вообще давно ты полюбила музыку, пение? Да, вот, уже... или так недавно, как мама говорит? Я 2 года назад полюбила музыку. Хорошо, да. Ну, я слушаю иногда рэп чаще всего. Наргиз. Так, и когда тебе мама сказала, что ты придешь прослушиваться, ты не испугалась, все нормально? Мне было очень классно, и я радовалась. Да, хорошо. Да. Вот, давай тогда я порадуюсь за тебя. Первая Алиса, что вышла в страну чудес. Храбрая девушка была с мечом на перевес. Громче. Близко работа. Я тебе скажу, где ступить. А теперь вот так. Подожди, я еще не достучал.